Как же я люблю к сладкому вкусу добавить кислинку. Это здорово работает во фруктовых десертах. Освежающие нотки взбодрят вас утром или порадуют на полдник. Попробуйте этот вкусный коктейль и вы. Вам понравится этот рецепт за счет простоты, быстроты и пользы. Основой для свежих фруктов у нас будет йогурт. Мягкий сливочный вкус сочетается с яркими нотками. Попробуйте обязательно. Натрите цедру лимона, а также выжмите сок. В блендер выложите ананас, йогурт, цедру лимона, мед, ананасовый сок и 1 столовая ложка сока лимона. Все взбейте. Добавьте лед. Взбейте коктейль еще раз в течение 3 минут. Подавайте. Приятной дегустации.